Система Tax-Free – это процедура возврата налога на добавленную стоимость иностранным туристам, купившим товары в магазине с последующим вывозом их за пределы республики. Основная ее цель – стимулирование розничных продаж товаров широкого потребления за счет иностранцев. Иностранец сможет вернуть налог на добавленную стоимость по товарам, которые были им приобретены в магазине в течение одного рабочего дня на сумму не менее 800 тысяч белорусских рублей – при условии их вывоза за пределы таможенного союза в течение 3 месяцев с даты покупки. Сумма налога не возвращается в случаях, если товар в Беларуси освобожден от НДС или по нему применяется пониженная ставка налога, например, продовольственные товары. Кроме того, не подлежат возврату НДС подакцизные товары. В программе Tax-Free участвуют все магазины, у которых есть договор с оператором, коим является республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис». Именно оно наделено правом возврата налога на добавленную стоимость физическим лицам, не имеющим постоянного места жительства в государстве, члене таможенного союза. В магазине покупателю оформляется чек на возврат НДС, так называемый чек Tax-Free, содержащий обязательные реквизиты, устанавливаемые налоговым кодексом. При выезде из таможенного союза чек Tax-Free и покупки должны быть предъявлены сотруднику таможенных органов, который поставит на чеке Tax-Free отметку, подтверждающую вывоз товара. В дальнейшем иностранный покупатель должен предъявить этот чек оператору для возмещения налога на добавленную стоимость. Сумма возврата будет зависеть от суммы чека и определяется как сумма НДС минус вознаграждение оператора. Причем иностранец может получить сумму НДС наличными деньгами в пунктах пропуска, где будут находиться структурные подразделения банков. В ином случае денежные средства ему переведут на расчетный или карт-счет. Широко применяемый в мировой практике механизм Tax-Free является мерой поддержки торговли, направленной на увеличение товарооборота, развитие малого предпринимательства, обслуживающего въездной туризм. Использование этого механизма повысит привлекательность белорусской торговли для иностранных туристов.